20% отлично, 80% не очень. С тех пор можно было ходить на вечеринку когда угодно. А, и приглашать любого знакомого из своих вечеринок было указано в календаре телефона. Окей, спасибо. На некоторых мероприятиях установлен дресс-код. Ух ты, поэтому я должен подобрать подходящий наряд. Выбирая предметы одежды, можно увидеть, какой у них стиль. А что делать, если я найду? Я не найду подходящий наряд. Ладно, тогда это не проблема. Я всегда могу пойти на шопинг. Окей. Давайте купим одежду. Чтобы купить... А у меня нет денег. Ты чё, парень? У меня всего лишь доллар. Что я могу купить на доллар? Здесь я покупаю одежду. Окей. Ну, как бы, мне пофигу, что ты покупаешь. Окей. Так, давайте-ка выйдем. Поздравляем, вы посетитель нашего онлайна. Продолжайте читать. Окей. 20 баксов. 20 баксов за то, что я прочитал это дерьмо. Блин, я бы хотел жить в таком вот мире, где за все дают деньги. Почему в реальной жизни не так, а? Черт. Давайте геймплей сделаем. А то время идет, блин. А почему она не дает мне деньги? Ну я же... А, блин, поручение, геймплей. Черт, давай быстро, пока... Так, вы начали запись. Так. Быстро. Загрузочный экран. А, смешно комментарий. Вот. Да почему гард... Черт. Пробная игра. А, профессиональный комментарий. Вот. Во, отлично. Ну, кроме звука, блин, опять звук отстает. Черт, блин, реально ничего не подходит. Черт, у меня горит комп. У меня горит комп. Черт, тебя подери. Давай быстрее опубликовать видео. Так, где здесь? Сделать покупку, улучшить. Нет, не улучшить, а я хочу просто... Че это? Нет, блин, не мучай меня. Так, ремонт. Во, ух. Все мои 20 баксов ушли. Тебя не было со мной... на выставке. Впрочем, я хотел... Со мной в той квартире... О, я не пошел на... Как? Как я не пошел туда? Да, блин, я думал, что он сам пойдет. Да, фак. Блин, а я так хотел на эту выставку пойти. Блин, давай быстро. Час, все, 70. Нет! Мне казалось, что я могу тебе доверить. Это не была ошибка, я просто не успел. Right now. Да, right now. Я... Нет, блин. Фак. Ничего не выучил. Да, блин. Мамка, дело не в этом. Дело в том, что... Мне не дали 72 баксов. Черт. Заплатите и переведите новую квартиру с вашим новым соседом. Помните, что каждый месяц нужно будет оплатить аренду. Окей. А почему ренту? Оставшееся время. Черт тебе подери, а? Как это так? У меня 3 баксов. И давайте продолжаем снимать игры. Вот, например, что я давно не снимал. Я бы хотел Half-Life, потому что сочно. И всегда в моде. Так, очки визуализация, мощность. Так, двунаправленный. Большой привет, New Cards. А я могу это купить? Алло? Нет. Я понял. Так, интерактивный загрузочный экран. Смешной. Комментарий. Опять не попадет. Блин, почему я всегда одно и то же делаю, а? Фак. Вы повесили уровень. Победный крик. А это подошло или нет? Я не понял. А, да, все подошло. Отлично. Так. И ура. Так. Давай здесь обложку. Да черт тебе подери. Окей. Блин, мне... Что я могу купить за 3 доллара, чтобы улучшить свой... ну, чтобы получить еще одну лампочку, чтобы у меня было 14 энергии. Вот, 14 лампочек. И
я мог добавить и мягкий фокус, и как это, и еще кайфы там, я забыл. Так, YouTube, вот, у меня пошло рост, пошел рост, вот, пошел рост. Но я все равно на дне. Так, вмещательные сети, блин, вмещательные. Так, пока у меня ничего нет. А, это работа, да? Или нет? Ну, фиг его знает. Так, я увеличил скорость времени, чтобы все быстро прошло. А то что-то слабо идет. Так, давай. Ну, о, отлично. Даже если у тебя самый лучший сценарий в мире, качество съемки оставляет желать лучшего. Окей. А такое видео мог снять даже школьник. Отличное видео. Окей. Так, идите отсюда. Угу. Вот, пошли просмотры. Вот. Окей. 15 из уст в уста. Хочешь початься? Да. Ты, кажется, тоже не против со мной початься, да? Шалунья. Да иди уже ты. Ты порвал. Ты сделал меня плохим. Ну как бы. Огорчил меня. Огорчила. Ты же ведь ла. Ла. Так, раскрутка. А что за плюсик? Ух ты. Ух ты. Почему я об этом не знал? Да, я хочу. Пробил. Час и для студентов компании. Что? PlayStation Studios. Изжила себя. И вскоре себя ее уберет из магазинов. Пробил час и для PlayStation Studios. Компания Honey. Honey. Оставила ее... производство. Что это было? Я сейчас припоминаю, когда я вошел в комнату, то захотел все изменить. Клейтон ПКП, купить декорации. У меня сейчас... Ох ты, у меня новый уровень. А, так вот на что. Так, сделать покупку. Так, это идея, да? Так, идея. Идея была и есть лучший магазин для покупки предметов интерьера. Но я до сих пор забываю нажать подтвердить на карте. Некоторые карты где-то спрятаны, я должен их найти. Карты? Что за карты? Это карты, которые привет и не так подобное, да? Так, что здесь самое дешевое? Это мусор... А, нет, плакат за 5 баксов. Но как бы пока что не хочу тратить на всяких декорациях, потому что, ну, это как бы не самое важное. Вот. Да подождите вы, блин. Так, я открыл идея, новые... одежды, новый карт и new cards, блин, как это, максимум light, вот у меня уже как бы больше лампочек. Ваши подписчики будут делать пожертвования, когда мне достаточно лайков. Это круто, когда тебе пожертвуют деньги. Давайте пойдем поедим. А блин, почему я всегда на это нажимаю, черт тебя подери. Нет, блин, я не хотел на это нажать, но как бы пофиг. Так, поесть. Здравствуйте, мой компьютер сломался, и я не могу отреагировать. А, давайте, я буду за. Отлично, я отправлю тебе игру, как только буду дома. Блин, почему меня так не делают, да? Почему мне не дают игру просто так? Сегодня не было. Да, мамка, отстань, пожалуйста. Так, у меня новая игра по Golden Splicking Toppers. А, вот, про это уже нужно делать превью. Вот. А я как тупой не прочитал то, что там было написано. Вот я дебил. Так. Запись. Большой привет. Ух ты, теперь у меня 4. Как бы 4 раза я могу что-то сделать. Время до начала игры. Смешной комментарий. Да. Что, как это др... Если это подходит. Вы преодолели легкое испытание. Так. Победный крик. Так, еще одна. Внутриигровое видео. Саркастический комментарий не в тему. И смешной комментарий. Саркастический комментарий, давайте пусть будет. О, крутяк, все это заполнилось. Угу. Угу. Прикол. Так, давайте это подставим. И это сюда. И это сюда. Это сюда. А, блин, я забыл добавить обложку. А, Мэкки Фокс. А, и коррекция цвета. Вот что я забыл сказать. Вау! Вау! Ну, как бы, крутяк. Смотрите, сколько... Все отлично, все отлично. Я думаю, что я жду,
что у меня будет большой просмотр видео и большое количество... Ну, короче, я жду, чтобы это этот ролик порвал рекорд у меня в YouTube. Вот.